кубанская ярмарка. Армавирскую продукцию отметили золотом и серебром. Двойное ДТП. Уходя от погони, водитель стал причиной аварии и сам врезался в забор. Встреча друзей. Рок-коллективы «Армавира» выступили на сцене городского парка. Смотрите программу «Новости» по будням в 19 часов, повтор в 6 утра, в 6:30 и в 12:30 дня. Видеоверсия доступна на сайте городармавир.ру.